В год 140-летия знаменитого симбирского архитектора Федора Осиповича Левчака сотрудники музея «Дом-ателье архитектора Левчака» разработали для юных посетителей интерактивное занятие «Былины оживают на стенах». К созданию программы их подтолкнуло само здание музея, где когда-то жил и творил известный архитектор. Согласитесь, глядя на этот дом, мы сразу попадаем в сказку. Он похож на старинную русскую избу с двускатной крышей. Каждый декоративный элемент дома – отдельная сказка. Здесь мы сами видим изображение неизвестной птицы. Кто-то из исследователей говорит, что это тетерев, кто-то называет его павлином, но самые глубокие исследователи творчества Левчака пока сомневаются, какое же животное, какая же птица легла в основу создания этого сказочного образа. Именно эту птицу участники занятия будут рисовать из пластилина в мастерской музея. Юные творцы смогут придать ее оперению различную окраску и придумать ей свою историю. Занятие рассчитано на детей с 4 до 10 лет. Необходима предварительная запись. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.